Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня пятница, 7 часов вечера, и мы начинаем очередной розыгрыш призов от газеты «Нарва». Третьим призом у нас сегодня является обед в «Нарва-центре Бистро» на семью из трех человек на воскресенье. Вторым призом у нас является обед в «Нарва-центре Бистро» на субботу на семью из трех человек. И главным призом у нас является вот такой вот чайник. Начинаем розыгрыш нашего третьего приза. Семейный обед в «Нарва-центре Бистро» на воскресенье. И третий приз у нас получает Барышникова Мария по адресу Таллинское шоссе, 56. Поздравляем вас, Мария. Второй приз – семейный обед «Нарва-центре Бистро» в субботу на семью из трех человек у нас получает Соломина Лидия по адресу Сур, 6. Поздравляем вас, Лидия. И главный приз – чайник у нас сегодня получает… У нас получает Лямина Катя по адресу Хайгла, 16. Поздравляем вас, Катерина. Хочу напомнить вам, что купоны, в которых не указан мобильный или домашний телефон, не принимают участие в розыгрыше. Со своими призами вы можете подойти по адресу Кангеласта 2, 24 офис, редакция газеты «Нарва», и посмотреть наш розыгрыш на нашем сайте www.narvaleg.eu. Всего вам доброго, до свидания.